Вот у тебя куча парней, а у меня ни одного. Помоги, пожалуйста. Конечно, помогу тебе, Марго. Пошли. Самое главное – это уверенная и красивая походка. Смотри, учись. Алис, а у тебя не будет водички попить? Конечно. А перекусить? Может, у тебя еще и билет на концерт Егора Крида есть? Зовет меня Игорь. Игорь крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь крутой. Крутой. Привет, мои кися, с вами снова я, красивая, не очень. И просто не очень Лиза Анохина. Маленькая проказница уезжает в Японию, поэтому я сегодня буду делать ей макияж гейши. Лесбиянки, что ли? Да нет! Для начала соберем ей волосы и сделаем бант. Видела нового парня Насти? Это Даня. Слушай, он такой урод. Я помню, он кидал маленького беззащитного котенка моим соседям и кричал: трехочковый. Какой красавчик. Так это же Даня. Я вообще-то не... Алло. Алло, Лиз, а ты не хочешь сегодня встретить? Да, да, давай, можно. Окей. А ты что делаешь? Ты с ванной опять исправляешь? Ну да, исправляю. Только, пожалуйста, маме не говори. Ну как такое не говори? Ну, пожалуйста, тебе что, сложно? Нет, не сложно. Если ты отдашь мне свой телефон. Спасибо. Здесь остался, а? Здесь с тобой остался навсегда. Нету шансов у меня и у тебя. Руки, ноги, голова. Начинается игра. А сейчас... Пришло время страшных историй. Однажды одна девочка так сильно похудела, что ее ночью придавило одеялом.